Доброе утро всем! Где я могу быть? Конечно же, на кухне. Я себе вот тут бульон сейчас буду варить. Закинула уже мясо, морковь, овощи, а лук надо еще сюда добавить. Это нут. Специальная сетка для нута. Сварится нут там же. Лук забыла. Вот. И будет вариться бульон. Все время никогда не могу найти дырку вот в этой сетке, чтобы достать лук. Погода на стаже у нас вообще ничего не меняется. Какой-то, знаете, это день сурка. Встаешь, на улице погода такая же, и вообще думаешь, а наступил ли день-то другой или нет? Ой, все одно и то же, уже не знаю, что придумывать, пипец, а еще сидеть месяц. Месяц, а может еще и больше. В общем, фиг его знает. Ладно, сделаю себе завтрак. Сделала уже тостик. Сейчас его с маслицем наделаю. Сначала бульон поставлю, потому что ему варится часа два, может быть и три. В мультиварке всегда варю. Так не надо не мешать, не смотреть за ним, ничего. Сварится себе и варится. И будем суши делать. Рис вчера отварился. Хороший рис. Такой получился. Раньше я покупала специальный рис для суш, а потом как-то не было, купила обычный круглый. И все то же самое. Думаю, зачем тогда покупать специальный для суш, если разницы я не заметила. В общем, все по порядку. Сначала ставим суп, гуляем с Чарли, выносим мусор. Ой. А что еще? Ну, вы как на карантине живете? Мне кажется, все одинаково. Кухня, зал, туалет иногда. Балкон, крыша. О, позаниматься надо, кстати. Да. О, нет, у меня сегодня же будут различия. У нас сегодня тренеры другие будут давать нам другие классы. Так что будем заниматься по-новому. Ну вот, видите, вот уже разнообразие какое-то. Ладно, режу лук, кладу, потому что целая головка. Какой-то лук купила огромный. Он прям вообще с мою голову. Вот. И, в общем, я все вам рассказала, все по плану. Позанималась на улице сегодня. Прям жарко. Несмотря на то, что нет солнца, но прям душно, классно вообще. Вы не представляете, как это пахнет на всю... Мы смеемся, знаете, я говорю про ингалятор, кстати, спасибо за вам за то, что напомнили. Я говорю, никакой ингалятор не нужен. У меня вот тут отверстие, где выходит вапор, да. И я говорю мужу, вот так вот наклонился, полотенце на голову и дышишь, говорю, воздухом от этого, господи, ну как, от кальда. Ну, вы поняли. И смеемся, говорю, вот тебе и не надо никакой ингалятор. Я уже все тут приготовила. Сейчас буду нарезать. Вот. И делать суши. У меня даже есть специальная такая дощечка. У меня как... Вот она. Ну, сначала я всегда люблю нарезать все продукты, а потом уже собирать суши. Не знаю, может быть, все так делают, фиг его знает. Я особо рецепты не искала, потому что я делаю так, как мне нравится. Семгой, авокадо, огурцом и сыром. Все, другие я не делаю, смысла нет, потому что я себе только делаю. Муж, естественно, такой не будет есть. А я люблю такие. И изгаляться над другим каким-то смысла нет. Естественно, наделаю на пару дней. Ну, поехали. Вот такие вот у меня, что тут так некрасиво, 4 штуки получилось. Огурец, как всегда, остался. Вот, так, сейчас посмотрю, что тут бульоном. Осталось 14 минут, может быть и больше. Варю до готовности нута. Хотя нут я вчера ночью, представляете, где-то пол-первого лежала, думала про этот бульон. Потом вспомнила, нут не замочила, вскочила, давай его искать, этот нут. Замочила, и вот утром я его, чтобы побыстрее варился. Можно и без замачивания, но он так долго варится. Ах, какой аромат. Блин, вот что вот тут вот вода, некуда ей деваться. Вот это мне не нравится, это в мультиварке в этой. Поэтому приходится вот так, иначе она, слышите, вот туда вот в чашу стекает. Вот это мне не нравится очень. Ну, ничего не поделаешь. Так, сейчас посмотрю, готовился ли нут. И, может, вытащу что-нибудь. Ну, дискотека. В общем, муж увидел этот бульон, учуял и говорит: пахнет как это, пучеро де колес. То есть это такой суп испанский с капустой. Что-то напоминает наши щи, только без зажарки. Я говорю, нет проблем. Я уже добавила туда картошку. Сейчас порежу капусту. Добавлю туда нут. И будет вот у него пучеро де колес. Потом идет принга. Принга это как на второе. Мясо. Марсия. Это кровяная колбаска. У меня там в морозилке валялась случайно. Вот. И вот они вот это вот все как в пюре превращают хлебом и едят. Как поросятки. Ну, им нравится. Пускай, чем бы дитя не тешило. Вы знаете, мне даже сейчас нравится готовить на двоих. Хоть как-то убивается время. Так что только включил дискотеку. У него сын маленький, кстати. Ему нельзя так сильно громко слушать. У нас сегодня так тепло, что я хожу вот как... Еще даже не переоделась после спорта. В общем, вот такой вот у меня кулинарный день сегодня. Вот смотрите, даже погода не меняется у нас. Вообще никаких изменений. Погода не меняется. Сегодня у нас наше правительство по телевизору ругаются, как бабы базарные, ей-богу, друг на друга. Ой, ты это сделал, ты то сделал. А еще мне сегодня клиентка. Каждую неделю мы созваниваемся. У меня, знаете, есть такие постоянные клиентки, которые ходят ко мне годами. Вот они уже очередь заняли на первый день, когда мы откроемся. Думаю, что перед тем, как открыться, надо съездить, хоть пыль протереть там. Нет, ну я буду навещать хотя бы раз или в 2 недели, или в неделю. У меня там цветы. Ну и вообще все равно душа переживает. Это мое, как говорится, дитя. Вот, и сегодня она мне прислала сообщение с фотками. Она, в общем, покрасилась. Говорит, у меня столько было этих... Она ходит каждые 3 недели краситься, а тут уже сидим, сколько на карантине. И до этого ее прямо это, ей надо было краситься. А у нее волос прям много-много седины. И она мне показывает, говорит, вот, купила краску, говорит, покрасилась. Не такой, конечно, цвет, который ты мне красишь, потому что я смешиваю краски. Вот, ну... Какие хотят, такие краски я им смешиваю. И найти цвет такой просто невозможно, потому что я его смешиваю. Это наша парикмахерская магия. Вот. И она мне шлет и говорит, а стрижка, говорит, вот что значит найти хорошего парикмахера. Мне прям как мед на душу. Говорит, даже укладываться не надо, все лежит как мне надо. У нее волос такой, знаете, капризный, очень сильно густой и вьющийся. То есть, если его плохо подстрижешь, то кудри будут лежать как непонятно что. Вот. И в общем, она довольная. Говорит, жду не дождусь, когда все это закончится, чтобы ты мне там это покрасил, как мне надо. Вот еще знаете, что я тут переживаю и думаю. Сейчас они сами понакрасятся, понамухлюют, как говорится, а потом мне придется все это будет надо исправлять. Приходится, будет, надо исправлять, боже мой. Так что вот так. Но все равно приятно, что вот они мне пишут. А еще у этой клиентки, у моей, у нее сады с мушмалой. И сейчас как раз сезон начинается. И я ей говорю, тебе, говорю, повезло, у тебя, говорю, хоть в сад поедешь. Я говорю, в этом году, говорю, я тебе завидую. Она каждый год, как собирать мушмалу, они вдвоем с мужем только собирают. Ну, на продажу, естественно, у них целые там огороды. сады. И она вот каждый год, у них где-то месяц-полтора, они собирают эту мушмалу. И она говорит, она каждый год мне жалуется, что как это трудно, что тяжело, как ей надоело. А в этом году, я говорю, в этом году я тебе завидую, что ты хоть можешь поехать в сад и хоть чем-то себя занять. Она говорит, я, говорит, Богу даю спасибо, благодарю Бога, что у меня эти сады есть, что хоть какое-то, говорит, это, развлечение, хоть что-то поделать. И, говорит, у нее две собаки тоже, они там скачут, бегают, а то иначе, как, говорит, мы их выходили по 5 минут около дома, и все, и назад. А это, говорит, они хоть там это. Я говорю, ну вот, представляешь, в этом году я тебе завидую, что собираешь мушмалу. Она мне всегда каждый год приносила в гостиниц. Мне вообще клиентки приносят в гостинице много всяких штучек. То бисквит, то еще что-нибудь. Подкармливают меня. Блин, как я по ним соскучилась вообще. Представляете, по клиентам своим соскучилась, по работе. Я вчера увидела где-то в ТикТоке, по-моему, как женщина стригла мужика. Блин, у меня прям пальцы зачесались в прямом смысле этого слова. Прямо чтобы, знаете, кого-то подстричь. Она прям так стрижет, а у меня аж чуть ли не слюни текут, я не могу. Вот тебе, пожалуйста. Поэтому, представляете, муж у меня тоже до этого, он все ходил, ныл, мне нужно 2 недели выходных, я устал. Но он в отпуск действительно не ходил уже не знаю сколько. Говорит, я устал, мне нужно 2 недели выходных. Неделя, наверное, прошла, он уже ходит из стороны в сторону. Я говорю, ну что? Говорю, выходные еще хочешь? Он говорит, какие выходные? Я, говорит, когда выйду отсюда, месяц домой не зайду. Я говорю, вот, я говорю, как только заноешь, хочу выходные, я тебе припомню. Вот так вот и выживаем, как можем. Ой, у нас сегодня, знаете, хотя и показывает 22 градуса, но как-то жарче, что ли, я не пойму. Ветер, что ли, сменился, не такой холодный. Вот вчера прям ледяной ветер был и такой вот влажный. Хотя влажность, вот 57% у нас влажность. 57 дома он намного влажнее. Вот смотрите, видите, 22 на улице и 21 дома. В общем, нормально так. Не холодно, хорошо. Но по солнцу уже действительно соскучилась. Я прям хочу пойти позагорать, чтобы мне, знаете, чтобы на улицу никто не ходит даже. Даже посмотреть не на кого. Смотрите, какие низкие-низкие. Такая вот облачность, такая низкая. Прям даже горы накрывает. Я уже кофе попила. И все равно пить охота. А, так это же от суш. Рыбу как поем, так у меня прям сушняк. Точно, это от суш. Ой. Пойду дальше сериал смотреть. Закрытую школу смотрю. Они все там. Надо окно открыть, проветрить. Мне надо в банк было сходить уже. Дня 3 назад надо было в банк сходить. Все что-то не хотелось, потому что с утра я не хотела идти, народу много. А после обеда как-то не возникало желания, потому что погода такая вообще. Еще и дождик капает иногда. Так, знаете, какой-то не весенний. Посмотришь, везде солнце, везде все хорошо. У нас, блин, дождик. Не дождик, а пасмурно. Утром так классно было. Хоть и пасмурно, но как-то тепло. А сейчас опять похолодало. В общем, трындец, даже нос замерз. В общем, иду в банк. Вон там 5 минут мне идти до банка. Точнее, в банкомат. Банки у нас закрыты. Банкомат нужно сходить. Но сейчас через банкомат и приложение можно все сделать. А что нельзя сделать? А, кстати, магазины закрыты. У нас сегодня и завтра праздник. Как-никак Страстная неделя, Семана Санта. И вот Святой Четверг и Святая Пятница. Все закрыто. Все, даже те магазины, которые открыты, не закрыты. Хотя мне, в принципе, муж такой, надо, все, завтра будет все закрыто, и послезавтра все будет закрыто. Я говорю, и что, говорю, я все равно на этой неделе уже ходила в магазин. Мне, говорю, все равно не надо на этой неделе идти никуда. Он потом раз так остыл. Я говорю, мне без разницы, я минимум до понедельника никуда не пойду. И то хочу пойти во вторник в магазин, потому что рыбку хочу посмотреть, сардины, и сделать опять барбекю. Ну, не знаю, будут они, не будут. Да надо идти опять с утра в этот магазин. Хотя вот, видите, Роканский открытый. А с утра очень много народа, не хотелось бы в народ переться. Вот такие вот у нас улицы, смотрите. Это центр города. Центральная улица, которая всегда кишит. Никого. Еще и дождик капает, блин. Несмотря на то, что у нас капает дождь, сыро все, но меня это нифига не остановит, не растаю. Ласточки высоко летают. У нас, помню, в деревне говорили, как если ласточки высоко летают, значит дождика не будет. Жду, короче, прямой эфир от нашего спортивного клуба. Вот так себе приставила планшет. Вот. И вот так вот работаем. У меня здесь не особо ловит интернет, как бы он есть, но, знаете, я все равно подключаюсь от мобильного. И будем вот так вот заниматься. Ну что же за погода такая, а? Погода, плохая погода. Смотрю везде, солнце светит. О, весна. Ну у нас же, ну вы посмотрите, ну что это такое, Испания? Это Испания? Это что вообще? Одному чучему ему по барабану. Слышите, как заливается? Вообще, конечно, красиво. Хорошо, хоть до банка успела сходить. Хотя, что тут 5 минут до банка, 5 минут обратно. О, твою мать. Красила. Он уже высох. Остался на это. Блин. Забыла совершенно про него. Вот сюда. Вот. И коврик. Ну так, что там? Не подсоединился никто. Хотя еще не время. Ну, коврик я специально оставила, потому что он... Его стирать надо. В общем, да. Ну, у нас дождик, знаете, какой? 3 капли в минуту. Так какой-то нудный. Ладно, друзья, буду ждать с нетерпением эфира и заниматься. Мне очень нравятся эти занятия, поэтому как бы вот так вот. На море штиль. Вам, конечно, его не видно, но мне видно все хорошо. Там тоже парень, нет, это девушка, спортом занимается. Видите? Вот так многие сейчас спортом занимаются. Ей тоже по барабану, что дождик. Ну а как иначе? Жопа будет расти, если будешь сидеть, и все, и трындец. Потом кончится карантин, и куда мы с этой жопой полезем? Так вот. Вот так мы теперь занимаемся спортом. Это наши тренеры. Один пока. Должно быть 2. Как 2 девочки и 2 мальчика. Представляете? Час занималась, и все этот час капал дождик. Я вся мокрая вообще. Мокрая от пота, мокрая от дождя. Трындец, но так классно позанималась. у нас все еще ездит полиция вокруг, дань, как это, круг почета, да. И дождь закончился почти. Он не сказал, когда в следующий раз будет. Он по той улице едет. Здесь дождь закончился, представляете, я вся, кроссовки вообще все. А еще, вы знаете, как трудно заниматься под запах курицы в гриль. Это трындец какой-то. И такой запах идет просто обалденный. Зато я знаю, что я вирусом не болею, потому что говорят, кто болеет вирусом, у того обоняние пропадает. У меня оно работает на все 100. Не пойму, где они едут. На какой улице? Где-то вот прям вот тут. Как курицей пахнет гриль. Где они есть-то? Ну, ходят вон люди с собаками. И не с собаками. Не знаю, где едут. Где-то там. Ты где-то там, за горизонт. Ой, я пойду в душ. Я сегодня с девчонками хочу встретиться. Онлайн. Все онлайн у нас сейчас, жизнь онлайн. Вот. А так как я организатор всех этих мероприятий, поэтому пойду посмотрю. Надо еще искупаться, а потом выйти с ними на связь. Нужно к Пасхе готовиться. Пасху будем проводить онлайн. А как иначе? Дома просто сидеть одним? Нет. Нам нужно встретиться. Хотя бы в телефоне. Так, ладно, пошла я купаться. Коврик забрать. Хорошо, хоть у меня вот такая беседка есть. То есть там стоял планшет. Боже, как курица пахнет. Кто ее делает? Гады. Они меня хотят уморить. В общем, прям вот тут стою, а тут прям запах идет. В общем, вон там у меня висел планшет. Там ему... телефон, все вот, видите, зарядка, все дела. Уношу свое все. Пойду в душик. Все, я наобщалась с подругами. Обсудить, когда мы будем Пасху отмечать и как мы это будем делать. Так что вот так вот. Что делает цивилизация, да? Будем яйца красить, все как надо. Ну, а пока бы я пошла смотреть «Последний герой». Всего самого наилучшего. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.